Это фара левая Toyota Crown. Это та фара, которую вы у меня запрашиваете, именно с номером 30312. Вот здесь вот отчетливо видно. Фирма Stanley. Сейчас сделаю обзор на, сперва на лицевую сторону этой фары, затем более детально покажу заднюю часть, крепление и так далее. Все эти фары ко мне приходят из Эмиратов, с Дубая. Я там закупаю мини-морды, потом эти мини-морды там же их разбирают, после чего все эти разобранные запчасти я отправляю сюда в Астану через контейнер. Я мини-морду там разбираю, забираю только фары, бампер, радиатор, вентилятор, телевизор я оставляю там. Такая вот фара у меня есть в наличии на Toyota Crown. Посмотрите вот его лицевую сторону, как можете видеть, каких-либо, как сказать, каких-либо, так, дефектов нету на этой лицевой стороне. Сейчас еще раз акцент сделаю на лицевую сторону, и затем пойдем уже смотреть внутреннюю сторону крепления и другие детали по этой фаре. В общем, такая фара есть в наличии. Вот эти тоже стороны покажу. Если необходимо, отправим по индрайверу через такси. Мы сами находимся в Астане, по улице Аспандьяра Кинчина, 5/5. Можете запросить у нас адрес и отправить на наш адрес своих знакомых, либо же водителей индрайвер, такси. Так, давайте здесь акцент сделаем. Вот здесь вот трехпиновая, вот здесь вот шестипиновая, 6 контактов. Вот здесь вот тоже 6 контактов. И вот здесь вот 6 контактов также. Так, все, в принципе, здесь мы закончили. Давайте перейдем к верхней стороне, посмотрим. Первое крепление стоит. Вот здесь вот крепление. Вот здесь крепление. И вот здесь крепление. Все крепления вот эти верхние целые. Теперь я хочу перевернуть фару и уже показать заднюю сторону. Так, вот такая вот задняя часть данной фары. Фирма Stanley. Здесь вот, как видите, лампочек нету. Вот этот вот стоит здесь. Вот такой вот здесь номер. 885-661-480-30. Фирма Asmo. Так, вид сверху. Вот здесь соединяется штекер. Вот здесь я. Сейчас нижнюю часть покажу. Нижнюю часть давайте посмотрим теперь. Ну вот, в принципе, и все. В принципе, и все. Так, здесь еще у нас есть что-нибудь. На-ка, подержи-ка камеру. Я хочу вот эту открыть. Смотри, что. Так, здесь лампочек тоже нету. Лампочек резины, походу. Здесь вот есть. Там лампочка есть или нет, то тоже неизвестно. Если там лампочка, неизвестно. Но, скорее всего, лампочки здесь и нет.
Так, в общем, вот такая вот фара.